Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Saraswatim Vyasam Tato Chayamudirayat
ततो जयमुदीरये नस्तप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Brahma's Prayers to Lord Krishna. Text number 10. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 14, молитвы Брахмы Господу Кришне, текст 10. If you want to read the verse, we have the verse up here. То есть все, кто хотят читать текст, вот текст перед вами. Ата Кшамасвачюта Кшамасвачюта Ме Раджобуво Раджобуво И Аджанатас Аджанатас Твадпритаг Твадпритаг Иша Иша Манина Манина Аджавала Панада Аджавале Панада Аджавале Панада Аджавале Панада Тамонда Тамонда Чакшуша Чакшуша Эшонукампьо Эшонукампьо Майи Майи Натавам Натавам Ити Ити Аташамашвачату таме раджо бхаво Аташамашвачату таме раджо бхаво Аташамашвачату таме раджо бхаво Аташамашвачату таме раджо бхаво И аджанатас твадпритаг эша манина 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 Аджавале панда тамонанда чакшуша Аджавале панда тамонанда чакшуша Аджавале панда тамонанда чакшуша Аджавале панда тамонанда чакшуша Эшану кампьо май натаваннити Эшану кампьо май натаваннити Эшану кампьо май натаваннити Эшану кампьо май натаваннити Аташамасвачутаме раджобуво Аташамасвачутаме раджобуво И аджанатас твадпритаг иша манина И аджанатас твадпритаг иша манина Аджавале панда тамон Ананда чакшуша Аджавале панда тамонда чакшуша Эшо ну кампьо май натаван ити Эшо ну кампьо май натаван ити Аташамат Свачутаме раджобуво Аташамасвачутаме раджобуво И аджанатас твадпритаг иша манина И аджанатас твадпритаг иша манина Аджавале панда тамонда чакшуша Аджавале панда тамонда чакшуша Эшо ну кампьо май натаван ити Эшо ну кампьо май натаван ити Атакшама свачюта ми раджо буво
Атакшама свачута мера джобуво. Яджаната свапритха киша манина. Аджавале пандата мунха чакшуша. Аджавале пандата мунха чакшуша. Решону кампьо маи надхаван ити. Решону кампьо маи надхаван ити. Атакшама свачюта мера джобуо. Яджана таствад притхаги шаманина. Аджавале пандхата мунха чакшуша. Аджавале пандхата мунха чакшуша. Эшону кампьо маи надхаванити. Эшону кампьо маи надхаванити. Ата. Поэтому. Кшамасва. Кшамасва. Прости же. Ачьюта. Ачьюта. О непогрешимый. Господь. Меня. Раджа Бува. Рожденного в буни страсти. И. Конечно. Аджаната. Аджаната. Невежество. Твад. От тебя. Притхак. Притхак. Независим. Иша. Владыкой. Манина. Считающего себя. Аджа. Нерожденным творцом. Авалепа. Пеленой. Андхатама. Тьмы невежества. Анга. Ослеплены. Чакшуша. Того, чьи глаза. Эша. Этот. Анукампья. Тот, кто нуждается в милости. Май. Для меня. Надхаван. Господин. Иди. Думая так. Перевод. Поэтому, о непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. Я был рожден в гуне страсти, и потому по глупости возомнил себя властелином этого мира, независимым от Тебя. Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный Творец Вселенной. Однако, дорогой Господь, вспомни, что я Твой слуга и потому заслуживаю снисхождения. Комментарий. В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что Брахма приводит Господу следующий довод. «Мой дорогой Господь, я совершил серьезный поступок и потому заслуживаю наказания. С другой стороны, я просто глупец и потому заслуживаю снисхождения. Хотя я в равной степени заслуживаю и наказания, и прощения, все же я умоляю Тебя проявить терпимость и милостиво простить все мои оскорбления». Слова «надхаваанити» указывает на то, что Брахма хотел напомнить Господу. Ты мой отец и господин, и потому должен простить своему смиренному слуге все проступки, которые он имел несчастье совершить. Каждая обусловленная душа, будь то Господь Брахма или маленький муравей, ошибочно отождествляет себя с материей и в результате забывает о своих вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Господь Брахма, занимающий престижный пост Творца, забыл, что он всего лишь ничтожный слуга Господа, а не повелитель этого мира. Теперь же, по милости Господа Кришны, все его ложные представления о себе развеялись, и он вновь вспомнил о своем вечном положении слуги Бога. Ванчакалпатарубьяшча грипа синду паевача патитанам бхаванебьо вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавинда. Харе Кришна, 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 Харе Харе.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Brahma is appealing to Lord Krishna to be merciful to him and forgive him for his offenses. Итак, Господь Брама обращается к Господу Кришне с просьбой простить его и простить ему все оскорбления. Lord Brahma is describing himself as being a servant of Lord Krishna. Господь Брама сам говорит о себе здесь как о слуге Господа Кришны. Actually, Lord Brahma is a guna avatar. На самом деле Брама это гуна аватар. He has control over the mode of passion. Он является управляющим гуны страсти. Not that he is in the mode of passion, but it means that he has to associate with the mode of passion. Это не значит, что он сам находится под влиянием гуны страсти, а это значит, что он управляет гуной страсти. Because he has to associate with the mode of passion, so he gets sometimes influenced by the mode of passion. Но все же, поскольку ему приходится иметь дело с гуной страсти, иногда он может попасть под влияние этой гуны. Just as Lord Shiva has control over the mode of ignorance. Точно так же, как Господь Шива контролирует гуну страсти, гуну невежества. Sometimes he is also influenced by the mode of ignorance. И бывает так, что он сам иногда попадает под влияние гуны невежества. There is the danger of association. Такова опасность взаимодействия с гуной. So Lord Brahma is telling Lord Krishna that because of his association with this mode of passion, he sometimes thinks himself to be the supreme creator. И Господь Брама говорит здесь Господу Кришне, что и в результате вот того, что я иногда взаимодействую, в результате того, что я постоянно взаимодействую с гуной страсти, иногда вот на меня находит некая иллюзия, и я начинаю считать себя верховным творцом. So this causes him to become proud and forget his position as a servant of Lord Krishna. То есть вот это взаимодействие с гуной явилось причиной того, что он стал гордым и забыл о том, что он слуга Кришны. Humility is a very important quality in relation to devotional service. Смирение это очень важное качество в преданном служении. Lord Chaitanya in his Shikshastikam offers his prayer reminding us of how a devotee should be humble. Господь Чайтанья в своей Шикшаштике напоминает каждому из нас о том, что преданный должен быть всегда смиренным. Чинадапи суничина тарорапи сахишнуна аманена манадена киртания садхари. That one should think of oneself lower than the straw in the street and be more tolerant than the tree. One should offer all respects to others and not expect any respect for himself. Then one can chant the holy name constantly. Человек должен считать себя ниже соломы на улице и стать терпеливее дерева. Он должен выражать каждому почтение и при этом не ожидать почтения к себе. Только в таком умонастроении можно воспевать святое имя Господа постоянно. In the Chaitanya Charitamrita it is said that a devotee should string this verse on a thread and wear it round his neck for constant remembrance. В читании Чаритамриты говорится, что преданный должен нанизать этот стих на веревку, одеть на шею и носить, чтобы постоянно помнить о нем. Just like we wear neck beads, tulsi round our neck to remind us that we are devotees, that we are servants of Krishna. Точно так же, как вот у нас на шее висят бусины туласи, которые напоминают нам о том, что мы преданные Кришне. Prabhupada said these neck beads are like our dog collar. Прабхупада говорил, что эти бусы на шее подобны собачьему ошейнику. Just like the owner of a dog, they'll put some collar around the dog. Точно так же, как кто-то заводит собаку и одевает на нее ошейник. You'll see, yeah, this is my dog. Look, this is the collar. И вот он прогуливается и показывает, вот это моя собака. So the same way we are devotee of Krishna, we put these neck beads to symbolize that we are the servant. Точно так же мы, преданные Кришне, одеваем эти бусы туласи на шею, чтобы помнить о том, что мы слуги. Because the nature, the material, in the material world, we have all come here to enjoy this world.
Потому что все мы пришли в этот материальный мир с целью наслаждаться здесь. We rebel, we go against the mood of service to Krishna, and we come to this world to be the enjoyer, to be the controller. То есть мы отвергли служение Господу Кришне и пришли в этот материальный мир, чтобы самим быть наслаждающимся и управляющим. Actually, only Krishna is the enjoyer. На самом деле наслаждающимся является только Кришна. Relative to Krishna, we are all female. А по отношению к Господу Кришне все мы женской природы. Just like the woman is enjoyed by the man, in the same way we are all meant to be enjoyed by Krishna. Точно так же, как женщина всегда наслаждает мужчину, так же и мы, все живые существа, должны наслаждать Господа Кришну. Krishna is a Purusha, and we are all His energy. We are Prakriti. Кришна Пуруша, а мы все являемся Его энергией, Пракрити. But we are conditioned souls. That means we've forgotten our relationship with Krishna. Но все мы здесь обусловленные души. Это значит, что мы забыли свои отношения с Кришной. So we come into this world to enjoy independent of Krishna. Поэтому мы пришли в этот мир наслаждаться и быть независимым от Кришны. But we find it very difficult to enjoy. Но достаточно сложно наслаждаться здесь. Prabhupada gives an example. He said, just like if you take a fish out of water. Прабхупада приводит такой пример. Это точно так же, как если вы вытянете рыбу из воды. So you may put the fish in a nice hotel. Можете принести теперь эту рыбу в прекрасный отель. And you give it cigarettes and alcohol. Дать ей дорогую сигарету или алкоголь. And you bring girls and you try to so many things for the fish. Позвать к ней каких-нибудь девушек или как-то попытаться удовлетворить эту рыбу. But the fish will say, just put me back in the sea. Но рыба даст вам понять, все, что мне нужно, это верни меня обратно в воду. In the same way, we try to enjoy this material world, but we are always disappointed. Точно так же мы здесь пытаемся наслаждаться в этом материальном мире разнообразными способами, но постоянно терпим в этом неудачу. We try very hard. We do many things, make great effort to try to enjoy. Мы так тяжело трудимся, мы совершаем титанические усилия, чтобы наслаждаться здесь. But the enjoyment is always so little. Но наслаждение так мало. We work so hard, so much effort to get so little enjoyment. Мы совершаем титанические усилия, так тяжко трудимся ради капли счастья. Prahlad Maharaj said it is like chewing what has already been chewed. Прохлада Махарадж это называет жеванием уже пережеванным. It's like when you get sugar cane, you get a big steak of sugar cane, you can chew it, you can squeeze out the juice. If you squeeze out the juice and then you try to chew it, there's no taste anymore. Допустим, если вы возьмете сочный стебель сахарного тростника и как следует пожуете его и высосите из него весь сахарный сок. И потом, если вы снова будете жевать его, то там уже ничего не останется. So material life, the happiness of material life is one poet in India said happiness in material life is like one drop of water in the desert. Вот точно так же и счастье в материальном мире. Один индийский поэт сравнил это счастье в материальном мире с капелькой воды в пустыне. Yeah, if you get one drop of water, and you're in it, it's not enough. Если вы возьмете одну капельку воды, чтобы выпить ее, этого явно недостаточно. So in the same way, the happiness of material life is like. Точно так же и счастье материального мира подобно этой капле. But we all have this tendency, just like Lord Brahma, we all have that tendency to want to put ourselves in the center, to make ourselves the enjoyer. Но у нас остается по-прежнему эта тенденция, так же вот как у Господа Брамы осталась тенденция ставить себя в центр и считать себя центром. Very difficult if you're in the position of Brahma to be humble. Очень сложно оставаться смиренным, находясь в положении Брахмы. Because he has such a big position in the universe. Потому что это столь высокое положение во Вселенной. There was one devotee in the Los Angeles temple. So he was in charge of the Los Angeles temple. Однажды была такая история. Был один преданный в Лос-Анджелесе в храме, и он был казначеем этого храма. So he was quite bossy. He was very, you know, he'd push everyone around, order everyone. Не казначеем, он был управляющим храмом, и он занял такое положение босса, он всех шпынял туда-сюда.
So Prabhupada told him, he told him, he said, the material world is 1/4 of the spiritual world. И Прабхупада сказал ему следующее. Материальный мир — это 1/4 часть духовного мира. And in this material world, there are millions and millions of universes. И вот в этом материальном мире миллионы и миллионы вселенных. And there are living entities in all these universes. И бесчисленное множество живых существ, населяющих эти вселенные. And in one universe, there's one tiny planet called Earth. И в одной крошечной вселенной есть крошечная планета, называемая Землей. And on this one planet Earth, there is one country called USA. И вот на этой планете есть, на одной вот этой планете есть одна страна, которая называется США. And in that USA there are many, many cities. There's one city called Los Angeles. И вот во всей Америке так много-много городов, но есть один город, который называется Лос-Анджелес. And in Los Angeles there are many, many buildings, many roads. There's one road called Watsika Avenue. И в этом Лос-Анджелесе так много разных зданий и улиц, и вот есть одна улица, которая называется Watsika Avenue. So in that Watsika Avenue there are many, many houses, many buildings. There's one building called ISKCON. И вот посреди этой улицы так много разных зданий, и на нем есть одно здание, которое называется храм ИСККОН. And in that one building of ISKCON there are many devotees. И вот в этом здании так много преданных. But still this one devotee thinks he is the supreme control. И всего один преданный думает, что он верховный контролирующий. We are so small, so insignificant. Мы так малы, незначительны. So we always have to remember our position in relation to this material world. Поэтому мы всегда должны помнить наше положение в этом материальном мире. We are the tiny spark, and Krishna is a big fire. Мы крошечная искра, в то время как Кришна огромное пламя. We are like the drop of water compared to the ocean. Мы всего лишь капелька воды по сравнению с океаном. The tiny speck of gold compared to the gold mine. Мы всего лишь крошечная крупица золота по сравнению с золотоносной жилой. But the material energy is so powerful, we forget and we become proud. We think, I am very wonderful, I am very great. И тем не менее мы так гордимся и думаем о себе. Я такой великий, я такой значительный. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes there are two natures. А в Бхагавад Гите Кришна описывает две природы. There is it. Devi Sampad and Asurik Sampad means the divine nature and the demonic nature. И есть две природы, это Devi Sampad и Asurik Sampad, то есть божественная природа и демоническая природа. So the demonic nature is described. А демоническая природа описывается следующим образом. Lord Krishna says, the demon will think, Ishwaraham, I am the controller. И демоническая природа такова, что демон всегда думает: Ишварахам, я величайший. Ишварахам, хамбоги, I am the enjoyer. Я также наслаждающийся. Сидохам, I am perfect. Я совершенный. Балавам, I am strong. Я самый сильный. Ахамсуки, I am happy. И я счастлив. This is the demonic. Вот такое умонастроение. Anybody who is our enemy, I will have him killed. И любой, кто является моим врагом, я убью его. Whatever I want, I will take. А все, что я захочу, я должен взять. So this is the demonic quality. This quality causes us to remain in the material world. Это демоническое настроение, которое заставляет нас оставаться здесь, в материальном мире. It covers up our real knowledge. Оно покрывает наше истинное знание. And we can never understand our spiritual nature. И мы никогда не сможем понять нашу духовную природу. But sometimes even in the course of doing devotional service, we can also become proud. Но иногда бывает так, что даже занимаясь преданным служением, мы становимся гордыми. We can think, I'm a good devotee. Мы начинаем думать, я такой хороший преданный. We'll think, I am chanting so nicely. Я так классно воспеваю. Like this, we can get very effective. Material energy is very
cunning which will trick us into thinking that we're becoming very advanced when we're becoming very contaminated. То есть материальная природа, она всегда очень хитра, она может обмануть, вести нас в заблуждение, и мы можем обусловиться и думать, что мы очень возвышены. Sometimes you come up, we get a bigger and bigger position. Иногда мы просто занимаем какое-то большое положение. And when we come to the bigger position, then we become proud, and then we can fall. И вот на этом положении, даже если мы достигаем его, начиная гордиться, мы можем упасть, мы пойдем с ним. Prabhupada told a story about the yogi and a mouse. Прабхупада рассказывал историю о йоге и о мышке. You know, the mouse came to the yogi and he said to the yogi, "Please help me. A cat is chasing me." Однажды мышка пришла к йогу и сказала: "Пожалуйста, помоги мне. Кот меня совсем одолел." So the yogi said, "What do you want me to do?" Ну, а йог сказал: "Как же я тебе могу помочь?" He said, "Could you make me a cat?" Мышка говорит: "Может быть, ты сделаешь меня кошкой?" So the yogi said, "Okay, become a cat." Йог сказал: "Хорошо, стань же кошкой." The mouse changed into a cat. И мышка превратилась в кошку. But the cat went away. After some time, the cat came back and then said to the yogi, "Please help me. A dog is coming." Кошка ушла, но через некоторое время вернулась с новой жалобой и сказала: "Пожалуйста, помоги мне. На этот раз теперь житья нет от собаки." So the yogi said, "You want to be the dog?" Йог спросил: "Ты хочешь стать собакой?" So I said, "Yeah, make me a dog." Вот эта кошка сказала: "Да, сделай меня собакой." So I changed the cat to the dog. И он превратил кошку в собаку. So the dog went away, but then after some time, the dog came back and said, "A tiger is chasing me." Собака ушла, через некоторое время опять вернулась и сказала: "Теперь житья нет от тигра." So then yogi said, "You want to be tiger?" Йог спросил: "Ты хочешь теперь стать тигром?" So okay, become tiger. Хорошо, стань же тигром. But then the tiger is looking at the yogi, and he will thinking, "I will eat the yogi." И когда собака стала тигром, он тут взглянул на йога и подумал: "Пожалуй, я съем этого йога." So yogi saw, oh, tiger is thinking. Now he's thinking he will eat me. А йог посмотрел на тигра и все понял. Эге, да он, кажется, собирается съесть меня. So he said, again become a mouse. И тогда он сказал: "Снова стань мышкой." Yeah. So like this is how material energy works. Вот здесь мы видим, как действует материальная энергия. Yeah, we can go up, come up to a big position. Мы растем, достигаем какого-то возвышенного положения. And then we become proud and we forget everything. Если мы становимся гордыми, мы все тут же забываем. And then we crash down. И мы рушимся вниз. Just like sometimes people become politicians and they come up, they get a bigger position. И так вот люди становятся политиками, то есть они растут и занимают возвышенное положение. And then when they become in charge for the whole country, then they will steal a lot of money. И когда они достигают, допустим, поста президента страны, они начинают воровать деньги. And then they will be kicked out. И потом... They will lose everything. They will be put in the jail. И потом их, возможно, садят в тюрьму, и они все теряют. And sometimes we see young devotee comes in, and he's a good brahmachari, then he becomes a temple commander. Иногда можно увидеть у нас подобную историю. Приходит преданный, он становится хорошим брамачари. Через некоторое время он становится президентом храма. Then he becomes a temple president. Он становится управляющим храма, потом становится президентом храма. Then he wants to become the acharya. И потом он становится ачарьей. And then this way, then they get problem. И потом вот на уровне ачарьи у него начинаются проблемы. So, we have to... always remember, we have to always control the mind and not fall under the influence of the material energy. Поэтому мы всегда должны контролировать свой ум и не попадать под влияние материальной энергии. Lord Chaitanya said, "Jivasvarupahai Nitya Krishna Das." The constitutional position of the living entity is eternally a servant of Krishna.
А Господь Чайтанья говорил, что изначальное естественное положение каждого живого существа — быть вечным слугой Кришны. Means we're always a servant. We never become the master. Означает, что мы всегда занимаем положение слуг, мы никогда не можем стать господином. But it's very easy to forget Krishna. Но так легко забыть Кришну. We just look at the material world and we see everything looks very dazzling. There are many lights, there are many things to attract us. Можно оглядеться вокруг в материальном мире и посмотреть, как все мигает и переливается и отвлекает нас, привлекает вот этой своей энергией. And when we look at this material world, if we do not see it in relation to Krishna, then we think to enjoy. Если мы ничего не воспринимаем в связи с Кришной, то мы начнем наслаждаться. And when we try to enjoy the material world, that's when we fall into the influence of Maya. И как и начав наслаждаться в материальном мире, мы попадаем под влияние Майи. So then Maya is a very cruel master. Но Майя очень жестокий господин. We become affected by the material energy, the different influences of Maya. Мы становимся обусловлены или попадаем под влияние различных материальной энергии Майи. Maya puts us into different miserable conditions, birth after birth. И Майя будет помещать нас в разные иллюзорные состояния, жизнь за жизнью. But in each condition, still we are thinking we are so ignorant, we are so blind that we are thinking we are enjoying. Но находясь в этих иллюзорных в этом иллюзорном состоянии, мы будучи слепыми и в иллюзии будем думать, что мы наслаждающиеся. Just like even the dog in the street, he is also thinking he is the enjoyer, he is the controller. Даже бродячий пес на улице думает, что он наслаждающийся, что он управляет чем. The effect of Maya is so strong that even we may be in the most miserable body, but still we think we are enjoying, we are happy. То есть Майя вот настолько сильна и иллюзорна, даже находясь в самом нелицеприятном теле материальном, мы будем думать, что мы наслаждаемся. So how can we ever get out of Maya? How can we ever get free? Это как же нам стать свободными от влияния Майи? It's only possible by the mercy of devotees. Это возможно только по милости преданных. And we have to get the mercy of somehow somebody who is not affected by Maya. По милости того, кто уже сам свободен от влияния Майи. We need somebody who is not under the control of Maya to free us from Maya. Потому что тот, кто сам находится вне влияния Майи, может сделать нас свободными от Майи. So the Krishna consciousness, the purpose of the Krishna consciousness movement is to help to free people from the material energy. Поэтому целью общества сознания Кришны является помочь людям освободиться от влияния Майи. It is very difficult. We cannot get free on our own. Это очень сложно стать свободными от самого себя. When we are under the control of the material energy, our position is like an animal which has fallen into the bottom of a well. Простите, очень сложно освободиться самому. Наше положение в тисках материальной энергии подобно животному, которое упало в яму. Or even if we fall into the bottom of a well, it's very hard to get out on our own. Или если мы упали, допустим, сами на дно ямы, очень сложно самому выкарабкаться. Sometimes we go to India. If you go to India, sometimes the devotees will go. They will walk around the forests of Vrindavan, 12 forests. Если вы поедете в Индию, вы увидите, как преданные там обходят 12 лесов Вриндавана. So sometimes they're walking in the field, they don't know there's a well, and the devotee can fall into the well. Иногда можно идти и увидеть там надпись или что-то, что где сказано, что осторожно, колодец, то есть преданные могут упасть там в колодец. So if nobody knows you're in the well, you cannot get up on your own. Потому что если вы упадете в колодец, самостоятельно вам оттуда не выбраться. Somebody has to throw the rope. Кто-то должен кинуть вам туда канат. Right? Somebody has to throw the rope, and then you have to hold the rope to get out. Кто-то должен кинуть вам веревку, вы должны схватиться за эту веревку, так вылезти. If we are in the bottom of the well and somebody throws the rope,
We still have to hold the rope to get out. Для того, чтобы выбраться из колодца, в котором мы находимся, а когда кто-то кидает веревку, нам нужно просто за нее крепко держаться. If we think I'm in the bottom of the well, we just shout, "Get me out! Help! Get me out of here!" Мы находимся на дне колодца, и мы начинаем кричать: "Эй, помогите, вытащите меня кто-нибудь!" So then up top somebody is saying, "Hold the rope! Hold the rope! We'll pull you out!" И кто-нибудь сверху так выглядывает и говорит нам: "Вот тебе веревка, хватайся за нее, мы тебя вытащим." But we're saying, "No, just get me out of here." А мы отвечаем: "Не, просто вытащи меня отсюда." I'm not going to hold the rope. Just you get me out. С чего бы это мне хвататься за веревку? Просто вытащи меня отсюда. If we don't hold the rope, how can they get us out? Если мы не возьмемся за веревку, как нас вытащим? So, this is important to understand that the rope. This represents the instructions of the spiritual teacher. И вот эта веревка, она подобна наставлениям духовного учителя. So there are two things. One is the mercy of the spiritual teacher, and the other is our own effort. То есть для успеха нам необходимо два условия. Первое – это милость духовного учителя, и второе – наши собственные усилия. If there's no rope, you can't get up. Если нет веревки, мы не можем выбраться, даже если захотим. And if we don't hold the rope, we can't pull you up. Но если есть веревка, а мы за нее не держимся, то мы также не выберемся. So we need the instruction, then we need also our own effort. Поэтому нам нужны как наставления, так и собственные усилия. It is not just only mercy. Одной только милости недостаточно. Sometimes people will say, "Give me mercy, give me mercy." Иногда люди постоянно говорят: "Дайте мне милость, дайте мне милость." People would come to Prabhupada and they would want to touch Prabhupada's feet. Люди часто приходили к Прабхупаде, трогали его за стопы. Prabhupada would say, "Better you bring me my slippers." Прабхупада отвечал: "Лучше принесите мне тапочки." Because Prabhupada is saying, "Better you do service." Таким образом, Прабхупада давал понять: лучше совершайте какое-то служение. It's not just only give me mercy. Не просто клянчите, дай мне милость. But it's how we take the mercy, our own effort. Для получения милости также нужны собственные усилия. We see when Mother Yashoda was binding Lord Krishna in Damodar Lila. А вот можно обратиться к истории с мамой Яшодой, которая пыталась связать Господа Дамодару. She got many ropes, but the ropes were too short. Она уже связала все веревки, но веревок по-прежнему не хватало. Yeah, just two fingers short. Всего лишь двух пальцев не хватало. And she got more rope, but still two fingers short. Она еще больше веревок взяла, и все равно двух пальцев не хватало. So these two fingers represent, one represents our own sadhana, our own practice, and the other finger represents the mercy of the acharyas. И эти два пальца длины представляют собой два условия. Первое – это наше собственное усилие, наша садхана, и второе – это милость ачарьев. So we need both this our own spiritual practice, and we need also to get the mercy from the acharyas. То есть у нас должно быть оба компонента: наш собственный духовный рост, собственные усилия и милость духовного учителя. How do we get the mercy? We have to attract the mercy. Чтобы получить милость, мы должны ее заслужить, привлечь. By our own mood of service and surrender, then we get the blessings of the acharyas. А нашим смиренным настроением предания и служения мы можем снискать милость ачарьев. We see Narada Muni in his previous life, he was the son of a maid servant woman. Например, Нарада Муни в своей прошлой жизни был сыном простой служанки. And he was helping his mother to take care for some visitors, and then one day some sadhus came. И он занимался тем, что, будучи ребенком, помогал своей матери прислуживать гостям. И однажды туда пришли садху в его дом. So these men were all great devotees, and Narada Muni was engaged in helping his mother to serve them. Эти визитеры были великими преданными, и Нарада Муни помогал своей матери служить им. He would bring their food. Он приносил им еду. Whatever they wanted, he would do for them. Все, что им требовалось, он выполнял. So, he said even they allowed him to eat the remnants of their food. И они даже позволили ему попробовать остатки их пищи. And
they blessed him because he was very well behaved. He was not naughty. He did not play any games. So he got the blessings from them. Поскольку он был очень серьезен, не шалил, не баловался, служил, то он заслужил их благословение. And in this way he went on to become a great devotee. И так он стал величайшим преданным. So he proved himself to them by his service, by his surrender, and he got the mercy from them. Он оправдал себя своим служением и так заслужил их. We see Dhruva Maharaj going to the forest when he was trying to get a kingdom. Например, также история с Друвой Махараджем, который ушел в лес, чтобы получить царство. Dhruva Maharaj had been insulted by his stepmother. Друва Махараджа оскорбила его собственная мачеха. So he was very angry and he wanted to get a great kingdom. Он разозлился и захотел получить свое собственное огромное царство. So when he was going into the forest, then Narada Muni appeared. И когда он уже ушел в лес, появился Нарада Муни. And Narada Muni was saying to him, "Oh, it's very dangerous here. You're only a young boy. You should go home." И Нарада Муни сказал ему, "Лес это опасное место. А ты всего лишь маленький мальчик. Возвращайся домой." But Dhruva Maharaj was determined. He said, "No. He said, 'I'm not going home. I'm going to find God.'" Но Дрова Махарадж был очень решительный, настроенный, и сказал, «Домой я не вернусь, я иду разыскивать Бога». «Если ты можешь, пожалуйста, помоги мне найти его». So Narada Muni was testing Dhruva Maharaj. Итак, Нарада Муни испытывал Дрову Махарадж. He wanted to see, is Dhruva really serious about trying to find God? Он хотел посмотреть, действительно ли Дрова серьезен. Is he really willing to do austerity and to make sacrifices to see God? Действительно ли он готов совершать аскезы ради того, чтобы найти Бога? He did not just give his mercy freely. Он не раздавал свою милость просто так. So he was telling Dhruva, "Better you go home. You're just a young boy. Come back when you're grown up." А Нарада Муни испытывал Дрову. Он говорил, ты еще мал, вернись домой, может быть, потом, когда вырастешь. Но когда он увидел, что Друва очень решителен, он дал ему мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. И отправил его совершать его аскезы. And then within 6 months he was able to see God. И через 6 месяцев он увидел Бога. So like this, the path of self-realization, the path of spiritual practice, there will be tests. Итак, на пути с духовного самосознания, на пути духовной практики будут испытания. And sometimes there will be fall down, sometimes there will be difficulties, sometimes we will fail. Иногда будут падения, трудности, какие-то неудачи. And sometimes we may make mistakes, we will become proud. Иногда мы можем совершать ошибки, становясь гордыми. Sometimes we will forget Krishna. Иногда мы даже можем забыть о Кришне. We are seeing Lord Brahma. He made a mistake. He forgot Krishna. Видите, даже Господь Брахма совершил ошибку и забыл о Кришне. Well, he didn't forget Krishna, but he forgot his relationship with Krishna. Точнее, он не забыл Кришну, он забыл о своих отношениях с Кришной. He thought he could test Krishna. Он хотел испытать Кришну. So now he understands that he had no right to think like this. Мы можем понять, что у него не было никакого права поступать так. So he is apologizing to Krishna. Поэтому он извиняется перед Кришной. He's saying yes, that you could punish me because I've done a wrong thing. А он говорит, да, ты можешь даже наказать меня, потому что я поступил неправильно. But he's saying also that I'm your servant, and you should remember that I'm also your servant. I try to do some service for you. Но также хочу, чтобы ты помнил о том, что все-таки я твой слуга и стараюсь выполнять какое-то служение для тебя. And remember how foolish and stupid I am. И не забывай о том, какой я глупый иногда бываю. And in this way, maybe you can be kind to me and forgive me. Может быть, поэтому, может быть, исходя из этого, ты будешь добр ко мне и простишь меня. So, like this is the situation. We see Lord Brahma's offense is actually not as bad as someone like Indra.
Тем не менее, мы видим, что оскорбление Господа Брама было не настолько серьезным, как, например, у Индры. Indra, in later on in this 10th canto, Indra does a much more serious offense. Дальше в этой песне Бхагаватам будет описано, что Индра совершил гораздо более серьезное оскорбление. Indra sent clouds and he told them to go and destroy Vrindavan and kill all the people and the cows in Vrindavan. Индра отправил облако и дал ему приказ: затопи Вриндаван и убей всех людей, которые живут в Вриндаване. Indra gave a lot of trouble. Индра причинил так много проблем Кришне. Of course, it wasn't for so long. That only lasted 7 days. Это, конечно, не продолжалось очень долго, всего лишь 7 дней. But Brahma had stolen away the cows and the cowherd boy. It'd been 1 year. Но в то же время Брахма украл коров и телят на целый год. One moment of Brahma's time was 1 year on this planet. Один момент в жизни Брахмы равен 1 году на планете Земля. But Krishna took advantage of that situation. Но Кришна обернул все благо, обернул эту ситуацию благом. During this time, because Krishna was taking the place of all the cowherd boys, this was when all the gopis got married. В то время, пока Кришна играл роль мальчиков и пастушков, гопи женились, вышли замуж. All the gopis wanted to marry Krishna. Все гопи хотели жениться на Кришне. So this during this year, when Brahma had stolen away all the cowherd boys, and Krishna was taking the place of all the cowherd boys, this was when all the gopis were married. И вот за этот год, когда Господь Брама украл всех мальчиков, пастушков и телят, за этот год все гопи вышли замуж, и как раз они вышли замуж за Кришну, который играл роль пастухов. So Krishna was able to fulfill the desires of all the gopis. Таким образом, Кришна выполнил желание гопи. Krishna took advantage of this. То есть он использовал эту ситуацию во благо. And Lord Brahma, Balaram rather, Lord Balaram, he wasn't stolen away by Brahma that time, because that day when Brahma stole away the cows and the cowherd boys, that was Balaram's birthday. He hadn't gone out in the fields that day. Баларама так, Господь Брама также украл Балараму, который у которого было его за birthday. It was birthday. His birthday. So the Brahma kept him back to bathe him and dress him and everything. So when he stole away all the cows, Balaram was not there. Но Господа Балараму, Господь Брама не украл. У него как раз в это время был день рождения, его украшали, наряжали. So nobody knew that Brahma had stolen away all these cows and cowherd boys. То есть никто даже не знал, что Брама украл телят и пастушков. Nobody understood what was going on. Никто даже не понял, что произошло. It was a secret, only Brahma and Krishna. Это был секрет только Брахмы и Господа Кришны. Even Balaram didn't know. Даже Баларама не знал. But then, one day, Balaram noticed something very unusual. Но в один день Баларама заподозрил что-то неладное. One day, all the big cows were up on Govardhan Hill, and the little cows were on the bottom of the hill. And when the big cows up on Govardhan Hill saw the little cows, they all come running down the hill. То есть коровы, которые были на холме Говардхан, они были наверху, они большая корова была наверху, а маленькие гуляли вокруг. And all the old men who were taking care of the big cows, they had to come down the hill. They were very angry. И все старшие пастухи, которые ухаживали за большими коровами, они пришли и были очень раздосадованы, что большие коровы. Because the big cows were running down the hill, so they were giving lots of, they were losing their milk. It was not going to help their milk. They would not produce so much milk. Потому что там было или меньше травы, в общем, они не дали нужного количества молока. But when the big cows came down and came to the little cows, then the big cows began to give so much love, and they began to lick the bodies of the small cows and feed them milk. Но когда большие коровы спустились, то есть взрослые, они подошли к телятам и стали с огромной любовью ухаживать за ними и давать им много молока. And when the old man came down,
Then they came to all the little boys, the young cowherd boys, and they were embracing them and kissing them. И большие пастухи, вернее, взрослые пастухи спустились и стали обнимать мальчиков-пастушков и очень сильно испытывать к ним вот эти чувства. So Balaram saw this, he was very surprised. He thought, what is going on? То есть Баларама очень удивился, почему вот такие вот чувства возникают, что происходит. And then he began to understand that actually all of these little cows and these little cowherd boys, they were all Krishna. Наверное, такое чувство возникает, потому что вот эти телята и вот эти мальчики-пастушки никто иные, как сам Кришна. And that's why these big cows and the old men, that's why they were giving so much love. Вот почему у взрослых коров и у пожилых пастухов спонтанно возникала такая очень сильная привязанность к ним. The person who we love more than anyone else is Krishna. А ведь личность, которую любят больше всего на свете, это Кришна. And this is true for the cows as well as for people. И это справедливо относится как к людям, так и к коровам, то есть все испытывают равные чувства. It is Krishna who is the dear most lovable object. Потому что Кришна это самый, возможно, самый наилюбимейший объект. And Balarama could understand Krishna is playing the part of all of these cows. И тогда Баларама понял, похоже, что Кришна играет роль телят и мальчиков-пастушков. So then after that, then Brahma comes back and he comes to see what's going on in Vrindavan and then he sees, oh, all the cows, the cowherd boys are still there. После этого как раз и вернулся Господь Брама, и он увидел во Вриндаван, чтобы посмотреть, и смотрит все на месте. And then Krishna shows him the Vishnu form, the four-arm forms. И тут же Господь Кришна показал ему во всех них четырехрукий форм Вишну. And Brahma's mind goes, boom. Brahma's mind just pop, goes like a balloon. You stick a needle in the balloon and goes bang. So Brahma's mind just blew. И ум Господа Брамы, он взорвался. Как вот, например, взять воздушный шарик иглой, вот кнуть, он бах, и лопается. Вот так же ум Господа Брамы лопнул. And then Krishna came back to his two-arm form. И Кришна тогда принял свою двурукую форму. And then Lord Brahma comes to offer his prayers. И тогда Господь Брама стал возносить молитву. And he is very sorry. И он очень сожалел. Krishna has made him very humble. Кришна так сделал его очень смиренным. He's taught him a good lesson. Он преподал ему хороший урок. Okay, any question? Хорошо, теперь вопросы. All questions are disappeared. Как готовить себя вот к основному экзамену в своей жизни в конце имею? He asked how may we prepare for our main exam in our life moment of that. Well, this is what we're doing by our practice of devotional service. This is the best preparation. Это вот, собственно, та практика преданного служения, которой мы занимаемся, это и есть наилучшая подготовка. Just like what did Maharaj Parikshit do when he heard he had 7 days left to live? Что, например, делал Махараджа Парикшит, узнав, что ему осталось жить всего 7 дней? Maharaj Parikshit was the ruler of the world. Махараджа Парикшит был правителем всей земли. So first thing he did was get out of his position as a king. Первое, что он сделал, он оставил свое положение царя. He got out of the house. И ушел из дома. He took off his royal clothes. Он снял с себя царские одежды. Put on some simple cloth. Одел какую-то простую одежду. And then he went to look
for good association, people to guide him. И пошел искать наилучшего общения того, кто мог бы вести его. He went to the holy river, the Ganga, bank of the river Ganges. Он пришел на берег реки Ганга. Because he knew he will find good association there. Он знал, что там он найдет хорошее общение. And because Krishna's in his heart, Krishna can understand his mind. И поскольку Кришна находился в его сердце, он понял его ум. So Krishna arranged for him to get the best association. И Кришна устроил все так, что у него было хорошее общение. Different people came there. Разные люди приходили туда. Great sages and yogis, they came from throughout the universe. Великие мудрецы собрались со всей вселенной. And Parikshit. И Парикшит. He asks them, what is my duty? Now that I'm about to die. И Парикшит обратился к ним. В чем, что является моей обязанностью на пороге смерти? So he was very serious. То есть он был очень серьезен. It is said that Maharaj Parikshit, he did not eat or did not drink water or sleep even for 7 days. Говорится, что Махараджа Парикшит был очень серьезен. Он не пил воды, он не ел и даже не спал все эти 7 дней. He was preparing for leaving the world. Он готовился для того, к тому, чтобы оставить мир. He gave up all the demands of the body. Он, как сказать, пренебрег всеми требованиями тела. And in this way he prepared himself for leaving the body. И так он подготовил себя, чтобы оставить тело. Prabhupada told us, he said, when he was a young man, he gave up mating and defending. То есть Прабхупада часто говорил, что когда мы молодые люди, мы очень часто, в жизни мы часто занимаемся тем, что встречаемся с противоположным полом и защищаемся. And he said, now in my old age, I have also given up eating and sleeping. Извините, Прабхупада говорил, что в юности мы должны оставить такие потребности тела, как секс и оборону, а в старости мы должны оставить такие потребности тела, как еда и сон. So like this, we have to conquer over the demands of the body. То есть мы должны преодолеть постоянные потребности тела. In the Vedic society, a sannyasi is like a dead man. В ведическом обществе саньяси считался все равно, что мертвый человек. Means he's finished with all material duties. Означает, что он покончил со всеми материальными обязанностями. He has no responsibilities in the material world. У него не оставалось больше никакой ответственности перед материальным миром. His only business is to serve Krishna. Его единственной обязанностью было служить Кришне. So we have to prepare for the end of life. То есть, да, мы должны готовиться к концу. Just like there's in the Srimad Bhagavatam, there was one king who had been fighting for the demigods. В Шримад Бхагаватам описывается один великий царь, который сражался с полубогами. He was a king from this planet, but he had gone to the heavenly planets to fight for the demigods. Он был царем с земли, но пошел на райские планеты, чтобы сражаться на стороне полубогов, против на стороне полубогов. He was a great fighter, and the demigods had brought him there to the higher planets to help them fight against the demons. Он был великим воином, и полубоги пригласили его на райские планеты сражаться против демонов. So they were very pleased with the king. He had fought very well, and they blessed him. They said, "We will give you benediction. What do you want? You can ask anything." И он отважно сражался, успешно справился со своей задачей, и полубоги захотели благословить его и сказали: "Проси у нас все, чего хочешь." So the king said, "Just tell me how long, how much time do I have left in this body?" Он ответил: "Я хочу только лишь узнать, сколько мне осталось жить в этом теле." So the demigods told him, they said, "You have one moment." Полубоги посмотрели и сказали: "О, да тебе одно мгновение осталось жить." What would you do? Что бы мы делали?
But this king, he immediately, he understood that, oh, one moment. So immediately he left higher planets, he left heaven, he came back to this planet. И этот царь, он когда об этом узнал, он тут же немедленно спустился с райских планет на землю. He fixed his mind on the lotus feet of Krishna. И сконцентрировал свой ум на лотосных стопах Кришны. And he went back to God. И ушел к Богу. Катванга Махарадж был. So, he had trained, he had practiced, he had prepared for that throughout his life. То есть мы должны готовить себя в течение всей жизни. But if a person has not practiced this kind of detachment throughout their life, then at the when we know that we only have a short time left, then we will be panicked. Но если человек сознательно не готовил себя заранее к отречению, то когда мы узнаем, что жить нам осталось совсем недолго, мы начнем паниковать. So we have to cultivate this knowledge, and by hearing this knowledge, we will cultivate detachment from this world. То есть мы должны развивать в себе это знание, и осознав и развивая в себе это знание, развивать через это знание отречение от этого мира. The more we become attached to Krishna, the less we become attached to the material world. Чем больше мы привязываемся к Кришне, тем более мы отрекаемся от материального мира. Just like when we eat food, then we feel we do not feel hunger anymore. Точно так же, как мы чем больше мы едим пищи, тем менее мы чувствуем голод. And you feel strength, satisfaction. И мы чувствуем силу и удовлетворение. But if after eating food, then they bring more food, then you cannot eat. Если вам после того, как вы уже изрядно поели, еще раз снова принести пищу, вы уже не будете есть. Because you have already fit, the belly is already full. Потому что уже желудок полон, куда еще? So if in the same way, if we cultivate, if we become attached to Krishna, then we cannot be so attached to the material world. Точно так же, если мы привязываемся к Кришне полностью, мы полностью отрекаемся от этого мира. Женщины как должны себя вести с возрастом? Вот 50 лет это отречение для мужчин. Женщины же более земные, привязанности, дети. Вот у них как поэтапно должно это происходить. She asked, what do you say regarding women? They have so many attractions, and in 50 years old only men can go out from home and attach. And what about women? They have children. Women are supposed to follow the husband. Женщине следует следовать за мужем. Yeah, it's not the husband go alone. The wife is supposed to follow husband. Муж не уходит один. То есть есть такой период ванапрастха, когда жена уходит за мужем. Even if the husband will die, the wife will follow the husband. Был в ведическом обществе, когда муж умирал, женщина также шла за ним. To the next life. В следующую жизнь. But now it's no problem. Yeah. Но эту традицию же потом убрали. But this tradition is how to say was denied. Yeah. But still the husband should be attached to Krishna and wife should follow the husband. Тогда муж должен быть привязан к Вишну, а жена должна следовать за мужем. Then the husband can take the wife out from the material world. И так муж может забрать жену из материального мира. But If the husband is a good devotee and he's attached to Krishna, he go back to Krishna, and the wife is attached to her husband, she will follow her husband. She will also go back to Krishna. То есть, если муж хороший преданный и он хорошо занимается служением, он уходит к Кришне, и жена, если она хорошо следует за мужем, она также возвращается к Богу. But if a man gets sannyasa, they should still be attached to the husband. Even if the husband leaves the wife, then still the wife can remain attached to the husband. И даже если муж принимает саньясу, жена должна все равно оставаться верной мужу и как бы следовать за ним в мыслях своих, как бы быть настроена следовать за ним. А в духовном мире они потом вместе? And in spiritual world, they are meet together, or not?
In spiritual world, they're both attached to Krishna. В духовном мире они вместе привязаны к Кришне. Тела-то другие. Husband and people are. There is also husband and wife in spiritual world. There may be. Может быть, они в духовном мире на муж и жена, кто знает. But they're both attached to Krishna. Но оба они там будут привязаны к Кришне, это точно. Сейчас секунду, Матаджи, просто затаранчите. Ну, женщина, она разведена, и женщина разведена, и если она тоже хочет, но отречься, вот, ну, нельзя, наверное, даже женщина. Она тоже хочет посвятить себя преданному служению. Ladies asked if a woman is divorced, but she nevertheless want to go on path of devotional service, she cannot accept some renunciation or something else, or what should she do? Well, they can be attached to Krishna. They can take Krishna for their husband. Тогда ей нужно привязываться к Кришне и считать Кришну своим мужем. Be attached to Krishna. То есть стать привязанным к Кришне. Ну, а если как, ну, мужа, то все равно что получается как духов. Ну, сознание. Ну, вот в моем, например, я так понимаю, что, ну, как я могу, он уже на Радхарани, уже есть возлюбленный. Ну, я как отца к отцу могу привязаться, потому что я не могу себе чего-то это вот. She said, I cannot cultivate such mood because Krishna has a Radharani. And I can feel to Krishna as a father, maybe, but not as a husband. Okay, then you can take Krishna as your child. Тогда вы должны воспринимать Кришну как своего ребенка. Think of Krishna as your son. Думать о ребенке, о Кришне как о сыне. Worship Krishna as if you were his mother. Поклоняться Кришне с умонастроением матери. Just like Mother Yashoda. Ну, подобно маме Яшоде. Many people do this. Многие люди делают так. There's a story. There was one couple, husband and wife. They had no child. Есть такая история. Была одна пара семейная, у них не было детей. So they were worshiping the deity of Krishna. И они поклонялись божеству Кришны. Then, when the couple died. There was nobody to do the fire, to burn the body. И когда эта семейная пара умерла, то рядом не было ни одного человека, который могли бы кремировать их тела. So Krishna came, the deity personally came. И божество лично само пришло ради этого. And performed the last rites, did the funeral for the couple. И провело последнюю церемонию кремации. Симхам хорошо рассказал какую-нибудь историю из именно Шрилы Прабхупады. Просто о Шриле Прабхупаде? Да. He asked you to tell some story about Шрилу Прабхупаду. Tell some story about Шрилу Прабхупаду. Well, one time, all the devotees were in. We were in the airport to see Srila Prabhupada go away.